Короче, слухи. Михаила Тарабукина знает каждый зритель, кто следит за успехами российского кино и телевидения. Он принял участие во многих проектах, включая популярный сериал «Кухня» и все его продолжение. Однако, личная жизнь артиста не так успешна, как его карьера. В нескольких интервью Михаил давал понять, что его преследуют неудачи в личной жизни. Например, он был вынужден расстаться с певицей Татьяной Антонник. А 2 года назад сделал предложение своей избраннице, которое она не приняла. Кроме того, у него было несколько романов с коллегами, но все они закончились разрывом. Михаил старается не распространяться о своей личной жизни, отмечая, что всегда мечтал о счастливой и большой семье. Поклонники уверены, что артист обязательно встретит свою вторую половину и обретет счастье. Любите свою жизнь и подписывайтесь.